Приветствую всех. Решил зайти в лес. Смотреть, не появились ли грибы. Прошел неделю назад дождь. Может, чуть поменьше, чуть побольше. Примерно все. Ну, достаточно холодно было. Роса была хорошая. Ну и на просторах интернета люди стали вещать, что стала появляться вешенка. Точнее, правильно говорить, вешенка. Всю жизнь звала ее вешенка. Оказывается, вешенка. Ну вот сейчас попытаюсь пройтись по своим местам, где в прошлом, позапрошлом году собирал ее. В принципе, уже может быть. Последний раз мы ее собирали с другом 2 года назад. По-моему, 1 декабря, что ли? Это же мороз не бьет. Она какая-то странная. Здесь 3 вида. Вешенки растет. Первый — это обычный серый. Латынь, не знаю их. Этих грибов, латинские названия, я не знаю. Серая обычная. Потом немножко коричневатая. И очень редко встречается белая. Все съедобные грибы у вешенки. Нет ложных братьев в кавычках. И она достаточно ароматная, очень интересная. Такой своеобразно пикантный у нее вкус и аромат. И самое главное, что он кардинально отличается от покупной в магазинах. Магазинная, выращенная на вот этих субстратах, она ничем вообще не пахнет. А это прям аромат. И в прошлом году начал тоже делать социальные эксперименты на тему грибов. И вешенку, было очень много ее у меня, и я ее взял и в парной посушил. Сохнет она очень быстро, потому что тело не особо влажное. Ну, то есть 4-5 часов. Вот я еще здесь жил. Ну тоже середина октября, наверное, была. Потом раздал родственникам, зашел к родителям как-то спустя некоторое время. Угощает меня мама супом. Я прям раз, грибы. Я говорю, мам, белые что ли остались? Она, да нет. Я говорю, что, купила что ли? Да нет. Это оказывается, что с вешенки сушеный получается прекрасный ароматный суп. Очень вкусный. Так, подхожу к первым местам. Сейчас начнутся неудобья. Показывать особо нечего. Когда я иду до места, если будет что интересно, тогда уж покажу. Первое место не принесло никаких результатов. И дошел вот до такой вот рощицы. Под сотню деревьев. Видно, не видно. Это лиственниц. Кто посадил, я не знаю. Но они уже взрослые деревья. Радиус, точнее радиус, понятно, диаметр 40-50 сантиметров. Некоторые есть покрупнее. И здесь иногда проскакивает масленок, который характерен для лесов, в котором произрастают лиственницы. Я когда нашел, расцветка у него такая интересная, кислотная, ярко такая желтая. Первый раз такой масленок видел. Честно, собирать не стал, а потом загуглил. Оказывается, есть такой гриб. Он поменьше обычного масленка. Крупным вообще не вырастает. Тоже семейками растет. Полянками. Так, иду ко второму месту, потому что первое ничего не дало. Пока иду. Пока вот только такие грибы попадаются. Даже намека нет. Лес влажный, хороший. Для грибов самое то. Но, видать, вот это вот засушливое лето и ранняя осень дают себе знать. Пойду еще минут 20 похожу. Ну и вот, нашел я первое дерево, на котором появилась грибница вешенки. Вешенки, прошу прощения. Вот так вот она начинает расти. Так как она растет очень быстро,
то к следующим выходным уже вероятность большая, что будут переростки. Пожалуй, в пятницу, наверное, да, может пораньше, как получится. Вот там вот вдали видно, ну это пока вот первое. В пятницу, может даже пораньше, в среди недели, приеду посмотрю. На этом дереве, кстати, почему-то нет. Хотя вот деревья рядом лежат, и у них должна быть уже, у них есть место соприкосновения, по идее, заражения грибной. Грибами должно уже было пройти. Так, вижу еще две осины крупных. Сейчас пойду там еще посмотрю. Может быть, даже вот это, не знаю. Пока так точно. А, ну вот, вот вешенка маленькая. Так, пока отключу, пойду посмотрю, может где-нибудь найду на жареху хотя бы. Вот сейчас брожу по старому участку леса. В прошлом году хорошо здесь собрал вешенки. Прям вот буквально за полчаса два пакета таких 10-литровых. А сейчас даже намека нет. Я подхожу там к деревьям, у некоторых лопнувшая, отстающая уже кора. Вот на этом дереве точно я собирал, я прям хорошо помню. И вверху, и внизу. Но пока не сезон. Очень надеюсь, что грядущие морозы не убьют грибницу. Хоть каких-то грибов мы соберем в этом году. Почему кое-каких? Потому что уже два года нет нормального белого. Ну, рыжик. Из хороших грибов только рыжик. Ну, может, вешенка нарастет. В общем, еще минут 10-15 похожу и пойду отсюда домой. Грибов нет, зачатки есть. Но в тех местах, которые, я думал, зачатков будет побольше, их там вообще не оказалось. Ну вот, и сегодня в качестве заключения, финала, погуляем по лесу. Октябрь, очень тепло, влажненько, хорошо. Такой грибной рай. Но грибов что-то нет. Ого, прошки, единственное, что мне пока не нравится, своеобразная цветокоррекция, цветопрофиль. Поковыряюсь, подумаю. Вот, дрова лежат. Дубовые в изобилии. Пилить нельзя по закону. Только веточки в руках выносим. Такая красота. Ну да ладно. Сегодня вечером будем продолжать снимать ролик про коньяк. Так что чем заняться есть. А пока будем заниматься коньяком и чачей. Подоспеют грибы. На сём прощаюсь. Смотрите, делайте свои замечания, оставляйте свои комментарии. Всем пока!